Проблема с электричеством является самой актуальной на сегодняшний день. Помимо верных отключений, некоторые жители города Гагра вынуждены были испытывать на себе многочасовое отключение электроэнергии. Так, 2 февраля в районе 9:30 утра произошло отключение фидера, питающего села Псахара и Алахадзых. Выехавшая на место аварии Бзыбская бригада Гагрской районной электросети в районе Пицунского поворота зафиксировала хищение 80 метров запасного высоковольтного кабеля диаметром 240 квадратов. И также была попытка повреждения самого действующего фидера. По словам энергетиков, ранее, а именно 29 января, на данном месте был произведен осмотр линии и никаких повреждений не было замечено. После отключения электроэнергии на подстанции «Насосная» в течение 6 часов электрикам пришлось осмотреть 15-километровый участок для выяснения причины и самого места аварии. Лишь только в 17:30 бригада смогла обнаружить его. Причиной поломки стало повреждение соединяющей муфты, в результате которой после попадания влаги произошло замыкание. Также бригада обнаружила хищение 80-метрового запасного высоковольтного кабеля. Необходимо отметить, что данный фидер снабжал электроэнергией 28 трансформаторов и насосную станцию в селе Псахара. В течение 2 суток, пока велись поисковые и ремонтные работы, население сел Псахара и Алахадзых были обесточены. Также подача воды в те районы, которые подключены к насосной станции Псахара, была приостановлена. 29 числа по работе проходили линию, все было нормально с этим кабелем. Вот в течение этого промежутка украли этот кабель. Мы здесь решили этот вопрос сами, с Сухума тоже приехали, население помогло, люди собрались все своими силами, устранили эту причину. Надеюсь, в дальнейшем не будет такого. Техника в таком районе находится, никакая техника сюда не подъезжает, все вручную пришлось делать. По факту хищения запасного кабеля и повреждения действующего фидера прокуратура Гагрского района возбуждено уголовное дело. 3 февраля 2016 года в дежурную часть УВД по Гагрскому району поступило сообщение о преступлении, а именно хищение чужого имущества в виде высоковольтного электрокабеля, принадлежащего Гагрской РЭС, имевшего место в селе Алахадзых Гагрского района. Выездом следственно-оперативной группы на место происшествия было установлено, что в период времени с 28 декабря 2015 года по 3 февраля 2016 года в селе Алахадзых Гагрского района в 150 метрах от Пицунского поворота неустановленное лицо путем повреждения соединительной муфты высоковольтного электрокабеля привело в негодность объект энергетики, а также совершило тайное хищение чужого имущества, а именно 80 метров высоковольтного электрокабеля с сечением 180 квадратов стоимостью 64 тысячи рублей и принадлежащей Гагрской РЭС, чем причинило последний ущерб в крупном размере. По данному факту следственным отделом УВД по Гагрскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 155 Уголовного кодекса Республики Абхазия, а именно тайное хищение чужого имущества, совершенное в крупном размере, и частью 1 статьи 210 Уголовного кодекса Республики Абхазия, а именно приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Ведется предварительное следствие.